Так, значит, напомню, мы с вами пытаемся рассмотреть основы словообразования, и вот в прошлые разы мы завязли на примерах, связанных, примерах построения слов, связанных с некими физическими основами мироздания. Вот, значит, следующее, что у нас, и, наверное, последнее, потому что, еще раз говорю, вот, что касается новых отношений, приемов труда, технологий, рассматривать не будем, это всем все понятно, это как бы на слуху. Вот, значит, то, что осталось нерассмотренное, это слова, имена, часто образованные в результате таких понятий, как присвоение каких-то кличек, да, в обществе, тем более в нашем, это, в общем-то, в русском принято, да, там, любое имя, да, погоняло, еще что-то, там, зачастую связано вот с таким вот природным, знаете, народным мнением, на чем основанным на реальности, да, и, в общем-то, закрепленное тем самым в кличках. Ну, там, например, на слуху кличка там Заебаева, да, ну вот это, в общем-то, можно человека не видеть и, в общем-то, какое-то представление о нем иметь. Это как бы некая женщина, властная, да, Баева, да, и, в общем-то, которая там довольно достающая, да, при этом, как результат, видимо, не самая умная, вот, ну и тут много что чисто подсознательно к этому делу подлепляется, поэтому вот даже не зная человека, можно сложить о нем какое-то впечатление, и когда ты с ним знакомишься, вот это давлеет, с одной стороны, с другой стороны, ты видишь подтверждение, просто это этот скелет обрастает какими-то нюансами дополнительным мясом. Вот, ну, по кличкам тяжело. Дело в том, что даже любую кличку можно разложить на те составляющие, о которых я говорил ранее, да, потому что, еще раз говорю, словообразование в русском языке, его нельзя там сказать вот только отсюда и все. То есть в любом случае есть столько вторичных производных от даже там минимальных звуков, которые можно трактовать по-разному, и точно так же, с таким же успехом, расшифровывая слово, да, можно прийти к такому же результату, что интересно. Поэтому сказать однозначно вот так довольно сложно зачастую. Тем не менее, да, там, какими путями ты ни шел, ты приходишь к какому-то более-менее единому результату, что, собственно, интересно. Вот, ну, там, например, да, по кличкам, потому что тут, в общем-то, понятно, как и что образовывается, ничего особо не скажешь. Тут, в общем-то, я думаю, стоит сконцентрироваться на примерах. Ну, например, вот там у нас часто используется и в быту некоторыми людьми, именно поэтому, да, я думаю, стоит рассмотреть. У меня есть добрый знакомый, который любит, как бы, это слово, да, ну, там, слово «заяц», причем слово «заяц», вы поймите, что мы там говорим по-разному, и «зая», и «заяц», и «заед», и «зайка», вот, ну, вот, как вам сказать, ну, вот представьте, да, там, относительно, там, далекие времена, ружья не было, да, нужно было ходить на охоту желательно, вот, причем даже когда ружья и появились в свете определенных принципов, да, которые я уже там неоднократно затрагивал, ходить на охоту с ружьем, ну, было допустимо, как крайний случай, да, когда, в общем-то, очень тяжелые погодные условия, либо там еще что-то, а в общем-то, да, ну, даже когда было огнестрельное оружие, в общем-то, даже в этих случаях было его использовать в охоте некорректно. Вот, ну, вот представьте, да, ушел хозяин на охоту, приходит вечером домой, весь, конечно, вот, так это сказать, поношенный, вот,
руках у него заяц с перегрызанным горлом, причем он ходил без собаки. Вот, и вот он говорит, что вот этот заебал мое ци. Да. Дело в том, что что тут есть еще какие эти самые составляющие. Да, ну, всем известно о определенной любвеобильности заячьих. Вот, то есть здесь обращение этот заебал, он как бы вот он не только вот как глагол, но и как существительное. Вот, причем если там расшифровывать это дело, да, то за, понятно, что за это движение, вот, я, ну, и я это движение яйца, яиц, да, как правило, по крайней мере, в этом варианте, вот, ну, яйцы это энергия, много энергии, ну, вот вы представьте, зайцы спариваются, да, сзади зайца, если смотреть, то вот у него как бы очень сильно двигаются, и при этом, сами понимаете, частота его спаривания, она говорит о том, что энергии там очень много, да, это энергии ци. Вот, ну, отсюда и это самое используемое в быту и в семье, там, грубо говоря, уменьшительно-ласкательное зая, зайка и тому подобное. Причем, и, сами понимаете, это как бы вот то, что я рассказывал, это символ верхнего апогея строителя. Значит, ну это вот зая, да, если там к другим животным относиться, ну вот, например, я не знаю, там пума, да, например, пускай будет пума. Причем, что интересно, здесь вот это не столько кличка, сколько люди посмотрели определенную особенность, да, и таким образом назвали. Это характеристика этого зверя. Это некое животное, да, в данном случае, которое дышит, вот это пу, это дыхание, пу. Дышит и земля, да. То есть ее дыхание, дыхание этого животного слышно на земле. Вот. Собственно, название пума это обозначает. Вот. Потом, кто еще у нас там? Есть у нас пантера. Да, что такое пантера? Пантера, ну в данном случае. Тера, примем ее за землю, хотя как бы Тера, это отвердевшая энергия Ра, имеется в виду не совсем земля, а вот такой покров на земле сверху, да, сюда входит и трава, и при особом большом рассмотрении там пускай будет и деревья, но в данном случае Теру рассматриваем как земля, да, там с травой, да, и у нас точно так же дыхание, потом идет отрицание и земля, то есть. А вот этот зверь, который на земле не дышит, его дыхание на земле не слышно. Вот это что касается пантеры. Да? Потом там тигр. Ты. Гр. Да, ну, он гр. Ты. Гр. Это просто вот как бы ты говоришь так, да, ты есть вот этот вот тигр. Вот, что там у нас еще? По зверям такое интересное. Да, ягуар. Ну, ягуар это вообще жесть. Ягуар. Да, причем я. Движение. Сила движения, очень хорошее, очень сильное движение, последнее движение. И в данном случае ар, ну будем считать, это очень близко к этому, это там арий, да. Арий там, пускай как, следующий вариант ария это рус и тому подобное, да, как я рассказывал. Вот, так что ягуар это я бегущий арий, да, я
арии, который вот так вот бежит. То есть как бы ягуар, это подчеркивалась сила бега, да, его способности в беге. Вот, потом что еще там? Ну вот лев, да, лев. Лев, да, я вам напомню, что у нас Бог это любовь, да, лов, вол, уже как бы рассказывал об этом. Ну вот как бы у нас лев это тоже Бог, тот же Бог, но у которого энергии Е через край, да, ну не мне вам рассказывать, там порядка 250 соитий с одной самкой в течение ее, так сказать, созревания ее клетки, эти клетки, ну, сами понимаете, 250 соитий, это вот, ну, это действительно надо быть Богом вот этого, да, то есть, как бы, вот, вот поймите правильно, вот это все подмечено и названо людьми, разговаривающими на языке, мягко говоря, очень близком к тому языку, на котором говорю я сейчас, вот, и это было не в зоопарках. Они подметили все вот эти свойства этих, они жили с ними рядом. То есть вы поймите правильно, о чем я говорю. Да, то есть вообще очевидно получается, что носители языка, вот этого языка, да, носителем которого я являюсь, они жили там, если не везде, то по крайней мере очень во многих уголках мира. Вот. Ну и собственно это видно в названиях, в языке. Вот, это что касается животных. Что касается людей, с людьми тут как бы тоже особой разницы нет. Ну, все слышали, да, что там якобы там вот наши фамилии происходят от принадлежности, да, там Яков сын, да, получается, там Яков, да, или там Андреев сын, да, Андреев, вот, то есть это как бы принадлежность. Ну, я согласен, что во многих фамилиях есть принадлежность, да, особенно она проступает в фамилиях с окончаниями «ин». Вот там однозначно принадлежность, «овьев» там большой вопрос, вот. Единственное, что вот эта вот принадлежность, она никак вас, нам с вами не поясняет Емка, да? Емка, это что значит? Где принадлежность Емка? Да? Там много таких, там Ай, да? Ай, где принадлежность? Нет здесь принадлежности, да? Вот, вот эти вот объяснения, что это там сын кого-то, оно, конечно, работает, но, мягко говоря, это вот не то и не о том. Я вам сейчас объясню база, откуда происходят фамилии. Вот, значит, ну, да, давайте на примерах, потому что без примеров, в общем-то, тяжело. Там, например, возьмем довольно какие-нибудь распространенные фамилии, фамилии, которые мне там придут в голову, давайте. Вот, ну, пускай будет Андреев, Андреев, да, там, на ОВ, да, Филиппов, вот, что там еще, на ИН давайте, да, на ИН, ну, пускай будет Деткин, да, тут на ИН надо смотреть на несколько вариантов, потому что она такая показательная, ну, вот, там, друг Пожарского, Минин, да, Минин, да, там, Малин, ну, на ИН хватит, так, на АЙ, ну, вот, например, Конограй, пускай будет, Наенко, ну, есть такая фамилия, я слышал, Турченко, вот, значит, что касается Андреев, да, дело в том, что вот здесь вот с Андреев, последние буквы есть варианты, да, есть фамилии, фамилии более
старые, да, где, где это действительно вот эта буква, да, и, в общем-то, она означает то, что я уже рассказывал в некоторых видео, да, пускай те примеры, которые я приводил, не совсем корректны были, вот, но суть, они, в общем-то, передают, да, там, Андреев, там, я не знаю, Ибан, Ибан Ебич, да, то есть как бы Ебич было важно кто, то есть все у нас эти самые отчества, это имеет базу, а кто, собственно, был Ебич, да, вот, а Ебич, кто, собственно, Дух Святой в данном случае, или точнее, Отец, да, кто Отец, не Дух Святой, а кто Отец, вот. Значит, здесь возможны два варианта, да, вот первый вариант, это все-таки Йоб на конце, да, и потом это в результате там, очередного собора, да, и реформы, и языковой, и общей кастрации общества, да, это стало выглядеть как Е в результате того, как, после того, как определенные буквы в русском языке должны были звучать определенным образом. Вот. А что касается варианта, тут как бы, чтобы знать точно, тут, ну, грубо говоря, нужно знать именно вот по этой фамилии предысторию, а мы ее не знаем, она у нас потеряна. Вот. Если речь идет все-таки о В таком, да, и вот у нас Филиппов, у нас явно такое В, вот, речь идет о чем? Речь идет о том, что человек это Бог. Человек это Бог. Бог. Общее название Бога любви, да, это лов. Да, вот в лов у нас с вами есть некий ла, мужское начало, вот, и женское начало, да, и вот этот самый символ объединения, наполнения одного другим. Значит, вот фамилия там Филиппов, там на все на ов, они имеют в виду что? Что вот ов — это вот это, а имя Бога, мужского Бога, да, там, мужской Бог, я вам расскажу. Мужской Бог, да, он же Бог, понятно, о чем речь идет, да? Вот, это имя этого ла, который Бог, фамилия в данном случае Бог, да, это Филипп, то есть ла зовут Филипп, да, а ов — это в сумме это наш вол, лов наш, лов, да, где ла имеет такое имя, ну понятно, да, то есть ла такое имя, вот. Причем у Андреев второго варианта ЕВ то же самое, но здесь как со львом, да, в данном случае подчеркивается определенная сила. Не всегда эта сила сексуальная, вот, но зачастую там и она тоже. Вообще, как бы, сила как таковая. То есть не универсальность, нет, а вот есть какая-то определенная ЕВ, это какая-то определенная направленность. Вот, что касается Деткин, да, ин — это, как правило, принадлежность, да, причем принадлежность, там, чей, там, ин, причем она может быть, эта принадлежность любая, как к какой-то мужской половине, да, так и к женской. Ну, вот здесь что такое, там, ким, да, составляющая ин, да, к — это в данном случае вставитель, а корень фамилии дед. Вот, причем давайте с вами рассмотрим, что такое дед, да, чтобы понимать, да, о чем идет речь в этой фамилии, как вариант, как наиболее вероятное нечто, да. Дед имеется в виду, там, в базе, это дед, да, там, дед, ну, там, старый мужик. Вот. Что такое дед? Дед произошел, это то же самое, синоним понятия дед.
ну, детка, детство, да, вот. Тут же, да, оно же, там, импортный вариант, дит, да, то же самое означает. База, база у дет, база у дет, дитя, дитя, причем дитя это вторичное слово у нас титя, да, то есть в данном случае цвет яйца твое, да, ну вот, дитя сосет сиську, вот это вот сиська называется титя, потому что это часть яйца, в данном случае это организм под названием ма, называется там яйцо, да, вот часть этой тверди, вот твоя, которую ты сейчас сосешь, да, и не только сейчас, а в общем-то довольно долго, она там рождает дитя, да, то есть то же самое, он довольно часто Т и Д, это в общем-то об одном и том же, причем даже не всегда бывает разница там, к чему и как она относится, иногда Д и Т меняются местами чисто по произношению, по удобству произношения в составе определенных слов. Да, то есть как бы вот это синоним, да, состояние детства и состояние деда, речь идет о смерти духа, да, как таковом, не каком-то таком злом и плохом состоянии смерти духа, а связанном с определенной деградацией с возрастом, да, ну, не мне вам рассказывают, да, многим, к сожалению, многим пожилым людям свойственно впадение такое в детство, оно обусловлено рядом объективных причин, вот, не будем обсуждать, почему, как, что плохо, что хорошо, вот просто есть такое, да, вот, вот эта вот деградация, да, пожилых людей до уровня детского состояния, там есть не только минусы, но есть и плюсы, вот. Опять же, дело не в этом, дело в том, что мы констатируем факт, да, то есть в данном случае Деткин, видимо, его отец, он, в общем-то, сохранил либо свое состояние в таком половозрелом возрасте, вот, там, может быть, не сильно стремясь там взрослеть, один вариант, либо другой вариант, что это вот сын человека в довольно взрослом возрасте, да. Вот, так что Деткин у нас, в общем-то, имеет происхождение, базу в сиське, в материной сиське, скажем так, если глубоко копать. Да, Минин, это сын Мины, да, ну, это понятно, это можно как бы везде это узнать. Дело в том, что, что такое Мина? Мина – это название, имя, женское имя, вот, такое одно из базовых, причем, поймите правильно, это означает «моя земля», «моя земля», да, «моё на», там, «на мою землю», да, вот, в идеале. Причем это называл не муж, это называл отец, да, когда у него родилась дочь, он был Йохан и Бабай. Вот, ну, понятно, с чем связано его неудовольствие, да, то есть, как бы, отдавая замуж дочери, надо было отдавать часть земли своей с этой дочерью, либо там покупать ее, либо давать деньги на это дело, это уже позже. Вот, ну, в любом случае, это потеря земли в базе, да, ну, и, соответственно, когда отец дает название очередной дочери, третьей, ну, все, это вот... Очередная мина моя, да, моя земля, и отдает свою землю. Это вот, ничего другого не знает. Соответственно, Минин – это сын матери по имени Мина. Значит, Малин, да, вот в данном случае Маль – это вот то, что я уже рассказывал, да, база мужского, да, означающая то, что, ну, как бы мальчик не вырос. И, собственно, очень вероятно, что это было... свойственно там ни одному из представителей мужских представителей этого рода, да, то есть как бы есть определенная склонность, там поведение имеет определенные
черты, связанные с мальчишеством. Вот. Ну, соответственно, им в данном случае принадлежность вот к этой черте, да, не к кому-то конкретно, не к чему-то конкретно, а вот подчеркивание принадлежности к этой черте. Вот, значит, канадрай, да. Вот здесь возможны два варианта, ну как бы как таких базовых, да, потому что мы видим вот эту вот основу рай, это вот то же самое, что вол, да, еф, ов, да, и рай, вот этот вот тело ра, это вот этот вот. Вот это имя этого ра в этом рае, да, а рай, если там правильно записать, рай у нас с вами там, ну пускай ра, е, да, вот этот вот знак, этот знак, он, если он вот такой может быть, это то же самое женский знак, да, я рассказывал, откуда такой, точно такой же знак мужской может быть тоже там оттуда же. Вот. А что касается вот такого знака, да, это вот наш с вами старославянский крест велообразный, да, означает венец. Да, а венец, я вам напомню, это венцы, да, куда стекается там венозная кровь слева и справа, это у нас символ объединения мужского и женского. Да. Ну и, собственно, вот Е, это, грубо говоря, там объединение мужского и женского в теле Ра, получается рай. Вот, естественно, у нас присутствует это, да, как автор рая, да, один из представителей, половина этого рая, это некий Ра, да, или в данном случае некий Ла, которого зовут Конок. Да, ну что такое Конок? Конок, тут два варианта, да. Ну, первичный вариант, Ко — это организм, да, как я вам рассказывал, да. Потом Но — это наполнение этой пустоты, да, она наполнена. Г — это движение, да, высшее движение. Ну, оно могло означать, в общем-то, любвеобильного человека. Да, ну вот, любит он это дело. Вот, до девок падок, или там, если не до девок падок, то внутри семьи любит это дело, вот, больше, чем другие, или там, жена хвасталась больше, чем другие, неважно. Ну, вот, речь идет об этом, это в базе. Либо это также, как вариант, более поздний, да, вариант, все-таки Кона может означать коней, лошадей, да, вот, это окупительный наездник, да, кто гоняет лошадей, не в смысле там, да, в смысле гоняет. Вот, так что пока по вот этому окончанию рай тоже там должно быть понятно. Вот, Йенки, то же самое, да, то есть как бы понятно, что образовывается некое ко, тарас, и оно образуется в результате наполнения энергии Е некого пространства пустого Н. Вот. Причем довольно часто между базой слова есть че. Вот. Это говорит о большой энергии, да, этого человека. Ну вот там у нас много енок без че, у тех, видимо, энергия поменьше. А там, где че довольно много, оно присутствует. Вот. Значит, что такое тур? Ну вот я там не знаю по другим фамилиям, вот эта фамилия мне более-менее известна. В общем-то, там база немного другая. Там цыгане появились на Кубани, привели с собой мальчика из Чечни, да, и в одном из селений казахских там поменяли его на продукты или на деньги, или еще на что-то. Вот. Приняла этого мальчика семья Баркалевых. Вот. Соответственно, и погоняло у этого мальчика было турча, да. Причем, как бы, понятно, откуда оно. Всех там темненьких, там,
ближе к Кавказскому хребту, так и назвали Турча. Причем, что интересно, откуда происхождение этого слова, да, этой клички. Вот ребята на юге, да, у них были приняты определенные оборонительные укрепления, да, которые называли Тур. Вот. Причем в данном случае вот называли Тур вот в этом смысле, что есть некое тело твердое, но это У, да, внутри оно пустое, вот, это тело. Вот, сила и Ра, имеется в виду, что Ра и У дают вот такую твердь, вот, и внутри много Ча, да, много энергии, да, то есть, как бы, ребята, которые там обороняли, защищались, или там жили вокруг, они жили внутри, там, или находились довольно часто внутри вот этого вот Тура, да, вот те, кто там внутри были, это Турча. Более того, да, если рассмотреть вот этих ребят, то когда они ходили, да, своими походами на территорию, пускай там, скажем, казахскую, еще на какую-то, они ходили большой толпой, очень большой толпой. Вот, что имеется в виду? Например, казаки ходили относительно небольшими группами, да, то есть если речь была о каком-то походе на чужую территорию, то это были группы небольшие. Так, когда уже речь идет о защите своей территории от большого медведя, понятно, что они собирались там в большую кучу, максимально большую кучу. А когда ходили очень небольшими группами, очень. В отличие от вот этих ребят, да, которые ходили очень большими группами. Соответственно, понятие Турча означало много, в том числе, да, много, вот чего-то много. Вот. Ну и, соответственно, как бы клички, относящиеся там, к более-менее темненьким или оттуда, в каких-нибудь казахских селениях, в общем-то, их часто называли Турча. Соответственно, и происхождение фамилии отсюда. Вот, там, Емка, это уже там, как было принято на тот момент. Вот, далее, имя мальчику Митрофан, ну и стал он жить-поживать, в общем-то, когда подрос чуть больше, 10 лет, которым его передали, он взял себе, то есть как бы силы, Ча была не просто так, вот, в жены подругу, ну и, соответственно, как бы стал во втором поколении следующем, стал полноправным казаком. Значит, да, по поводу казак, можно сразу по поводу казак поговорить, потому что мы можем не вернемся к этому. Вот там, ой, мы не знаем, откуда это слово, не можем разобрать, где, как это слово произошло, вот мы вообще не можем. Вот. Слово казак, ну, довольно простое слово, у него тоже можно сказать, там две базы, откуда он произошел. Да, ну вот представьте, казачество, казаки собираются вместе, да, вот там они. Слушай, Мика, да тебе, блин, уже пора жениться. Ты что, сколько можно? Что ты как, я не юнец какой-то. Да вот, ну, я вон к тем, а они вроде не сказали, нет, сказали подумать, два месяца думают, ну, блин, а я же другую не хочу, мне там вот так вот, я вот это. Да, не дело. Ну, давай сходим, вон у нас там, да, там, бегаем, там, девок себе, это самое, выберешь себе девку. Ну, хорошо, вот они как бы пошли туда. Вот, как обычно там... кто-то там, дай бог, если погиб, если, не дай бог, взяли кого-то в плен, да, там вернулись, нужно с новыми силами теперь бежать этого пленного освобождать, да, и вот. Или там еще какие-то с этим связанные, там те стали отвечать, тоже там пошли на кого-то. Вот, ну, теперь уже дело святое, да, святое дело, есть клич у этих самых, у казаков, и клич у них стандартный око за око. Вот. Ну вот представьте, да, собирается несколько казаков, там, или несколько десятков казаков, там, полтора десятка, да, и вот, да, там, вот, вот, Петро пропал, да, надо отомстить, или там, ну, надо спасти, да, весь сеток, вот, там, атаман, око за око, да, ну, это ж вы сами понимаете, это не на Красной площади парад, где все должны крикнуть одновременно, это казаки, свободные люди,
для которых дисциплина в таком жестком варианте, она как бы неведома. Они, там, один сказал сразу, другой сказал через пару секунд, там, другой через секунду, третий там через 4 секунды. И вот такая катафония, да, когда там несколько раз говорится око за око, око за око, око за око, в общем-то слышится слово казак. Вот есть вполне обоснованная версия, что слово казак — это производная от их кличи око за око. Вот. Потом следующее, да, что такое казак, если там подойти с точки зрения расшифровки этого слова. Вот, ну, ка – это соитие, да, за – это движение, да, причем, вот, если взять, как бы, вот, как бы сказать, ротоголосовой аппарат, да, то вот это вот каза. Каза — это движение ка, вот этого ка, вот этого соития, да, там язык внутри ротовой полости, вот, это ка, а если он движется, это за движение, а все вместе — это каза. И у нас с вами, в общем-то, есть слово там наказать, сказать, да, вот это каза, это, в общем-то, там речь, да, если так. В сегодняшнем понимании это речь, да, это вот произношение слов. В данном случае к — это там имеется в виду конь. И вот кто такой казак? Это разговаривающий с конем. Да, не мне вам рассказывать, что, в общем-то, казак времени с конем, с лошадью он проводил больше, чем там с женой, причем там во много раз больше, да, потому что любой труд, любое передвижение, любые там военные действия, они, как правило, происходили с конем. Причем, что касается, если у казака не было коня, это был другой тип казаков, да, это бедные казаки были. Название этим казакам — яицкие казаки, да, и там всем известно, что там целое скопище яицких казаков, так называемых, было там в районе Урала, там предуралья, зауралья. Вот, особенно одно время, когда беглые от там плохой жизни, от еще чего-то, да, там собирались там, жили вольно, вот, были, в общем-то, по стилю жизни казаками, но у них не было ничего, у них не было ни лошади, по крайней мере, в базе, ни вообще ничего, они как прибегали голые, да, грубо говоря. И, собственно, что такое яицкий, да, это, ну там, или яиц, да, это казак, у которого есть он, да, или там яйца, да, грубо говоря, это в данном случае для определения одно и то же. Ица, да. Ца — это его энергия, да, или там его ва, если там на уровне и, да, его сила. Грубо говоря, то есть яицкий казак — это казак, у которого есть он сам и его там золотые руки, его энергия. Все, вот все, что у него есть. Причем, обратите внимание, нигде, никак, никогда вот слово там беднота или там... Потому что слово беднота или там бедный — это как бы слово, синоним плохого, да, и слово bad в английском языке — это не просто так. То есть бедность — это не нищета на материальном уровне, это отсутствие чего-то на другом уровне, на моральном уровне, в плане души, да, и вот... Бедный человек — это не тот, у кого нет денег, это тот, у кого что-то не хватает там в душе. Не за душу, а со самой души. Вот это были бедные. А вот бедный там человек, он яицкий, да, я и моя энергия. Да? Я уже сказал, что. Так что, в общем-то, вот с вот таким вот мировосприятием, если так становиться на его позиции, в общем-то, понятно, что откуда и как и происходит. Так, ну, в общем-то, что касается кличек, да, наверное, я так более-менее рассказал. Вот, единственное, что еще из такого более-менее хоть как-то заметно интересного не рассказал, чтобы покончить на принципах словообразования.
перейти дальше. А, ну вот про эти, про пальцы, да, вот там. Про пальцы я рассказывал там в одном или даже в двух видео, да. Хочу повториться, чтобы это было как бы и в видео светлой памяти Задорнова. Михаил Николаевич. Значит, пальцы, да? Что такое пальцы? Ну, вот здесь интересно. Ладно, интересно потом. Значит, первый палец это мой отец, да. Второй палец это его член. Причем его член это он же Дух Святой, он же прадед. В данном случае, то есть как бы имеется это в виду, это все одно и то же. С физической точки зрения все это одно и то же, поверьте мне. Причем вот мать здесь, вот она, вот мать. Вот это пространство, вот это мать. Вот, дальше идет палец, средний палец, это я. Я родился в результате у моего отца, матери и Духа Святого, которым я был зачат. Родился я. Вот. Дальше палец безымянный. Он безымянный, пока я не женился, пока я не взял замуж какую-то женщину. Да? Вот у меня это палец Таня. Причем вот Таня это как бы не совсем палец Таня, значит, изначально, да, когда я там с ней там знакомился, она была Таня, да, то есть вот это ня, ненаполненное яйцо, да, блин, невинное яйцо, вот, а та это огонь, да, то есть Таня это огонь баба. Женский огонь, имейте в виду, если кто вообще это самое, имена оставляют отпечаток и заметны на человеке, на его качествах. Вот. То есть вот это вот как у нас няшка, да, там называют няшка. Ну, няшка это уже ня, шар который уже в саите, да, то есть он наполнен до шара, да. То же самое нюшка, да, то есть как бы юшка, там, наполненный шар, да, вот няшка еще вот под вопросом, он в процессе наполнения, да, а вот юшка, он уже на, там, нюшка, это уже наполненный. Я не имею в виду именно вот к этому имени, к любому другому имени, да, или там не имя, а вот какое-то там отдельное слово, они означают именно это. Вот, причем понятно, что да, когда я ее взял, во всех смыслах этого слова, да, она стала Танька, да, вот как бы символ Таисия. Да, как я рассказывал, была Татьяна Юрьевна, да, стала Танька просто. Вот, а потом стала Татьяна. Да, то есть она ее имя, да, там, моя дверь, ее яйцо, она его дала, вот, и, собственно, вот мой палец, безымянный ранее, он имеет имя Татьяна, да, вот. Соответственно, предыдущие пальцы, да, это Александр, Дмитрий, да, вот это вот Нина, пространство, это Сергей, это Татьяна, да, и младший сын, мизинец, это младший сын. Наш с ней младший сын, да, у меня этот палец назовется Тимур. Вот, то есть у всех пальцев у мужчины есть название, да, у женщины в принципе то же самое. Вот ее безымянное это как бы мужа имя. Вот. И, собственно, да, там, во-первых, что показательно, как считаем мы, люди Востока, люди
женской части. Да, ну, что такое восток? Да. Восток. Что такое запад? Запад. Да, там как бы. Движение и дыхание мужское. Да, что такое восток? Это женское начало, наполненное соитием. Да, вот это восток. Вот, соответственно, мы восточные люди, мы представители женского начала. Ну, имеется в виду, если делить там еще больше высоты, да. И там всем известно, как у нас счет идет. У нас считают с детей, да. Вот как бы вы у кого бы не спросили, как правило, счет люди считают, да. Люди считают с детей, вот с детей, с женщин, то есть вот. Вот эта вот женская направленность, счет идет отсюда, да. Как считают на Западе? Ну, всем известно, на Западе считают 1, 2, 3, то есть как бы в любом случае, да, они вот считают, они считают другой, с мужской стороны. Это очень показательно, это не, ну, как вам сказать, это вот на уровне подсознания, это рождается всем, не только языком как таковым, не столько, это рождается вот тем местом, как они живут, тем мышлением, которое формируется, да, как результат этого общего эгрегора того общества. Вот это отсюда, это ниоткуда, ниоткуда еще. Вот, и, соответственно, вот это вот дело, да, и делать дело руками, для этого нужно, да, собрать всех, здесь вот, вот в деле, который ты сейчас делаешь, там, делал или там будешь делать, здесь участвуют все, там, и прямо, и косвенно, да, это вот результат слаженной, да, вот этого соития, слаженного действия всех, начиная там от, как минимум, от деда, от отца, да, и все вот ныне действующие. И поэтому вот это понятие труд, да, когда человек трудится, понятие труд, оно такое аббревиатурное слово, да, вот, если мы обратимся к корейской азбуке, да, к одному из них вариантов, да, у нас труд, он состоит из тела человека, из руды, да, кровь внутри тела человека, из уз, этих самых узы родственные, то есть как бы там состав крови и общего дела, которое вот это как бы имеет общее дело, да, то есть и у нас собственно в пальцах, в ладошке, в кулаке, вот собственно вот как этот труд делается, чтобы он был там максимально, как он вообще рождался, да, или там рождается, или должен рождаться. Вот. Что касается обручальных колец, да, ну, в базе у женщины было золотое кольцо, оно символизировало мужчину с золотым свечением, который был кремень, собственно, высшее существо, высшая часть Бога, да, там, Бог-человек, вот. А у мужчины символом женщины было, как правило, серебряное, ну, там, либо оловянное, или еще, ну, вот, как бы, с остальным свечением кольцо, вот, и при этом понятно, что это кольцо постоянно покрывалось там оксидом, патиной, еще как-то чем-то, да, его нужно было оттирать, и там, и все время его там холить и лелеять, да, это был символ того, что женщина, она слабая в плане, там, в моральном плане слабое существо, его нужно оберегать, лелеять, структурировать, да, и что касается энергии, да, что такое женщина? Женщина – это море энергии. Не дай бог вам сильно разозлить женщину, вот так вот, смертельно, это смерть обоим, да, там, вам в первую очередь, это саморазрушение женского организма, это разрушение мужского, да, там виновника, да, кого она считает, да, вот эти вот все проклятия, это настолько энергически сильно и задевает
того, кому это дело направлено, настолько, что нигде не отсидишься, там ни за 5 километров, ни за 5000 километров, нигде ты не отсидишься, не найдешь спасения. Вот, поэтому единственный вариант избежать этой катастрофы, этого ада, это, собственно, этого не делать. Да? Или как-то вот так расходиться быстро. Вот, поэтому, что касается пальцев, понятно. Вот, а мужское начало, там энергии гораздо меньше, да, ну вы представляете, да, вот это вот женское, да, вот, вот оно так вошло, вот это ни о чем, да, с одной стороны ни о чем, с другой стороны это структура, да, это та сила, которая структурирует все, ну, по крайней мере, вот в этих пределах, она структурирует все, и вот эта вот сила, женщины, да, там, огромная энергия, она начинает работать как нечто структурное в определенном направлении, да, в определенной цели, там, грубо говоря, золотое свечение возникает. Это результат работы обеих сил, не одной, обеих сил, да, одной без другой, там, они могут быть, но результата не будет. Результата вот такого, как соль, не будет. Это взаимодействие огромной материнской энергии и определенной структуры, структурирования этой энергии. Вот, еще раз повторю, да, есть великая наука тантра, вот, там, от которой осталась только часть, причем, к сожалению, только сексуальная, вот, которая позволяет вот, вот этому существу, да, мужчине и женщине, общему существу, если они слиты едино, жить, в общем-то, не то, что там много и долго, красиво, безболезненно, а, в общем-то, жить вообще по-другому. Так, ну, в общем-то, с кличками понятно, вот, следующий шаг там расскажем, пока все, всего хорошего.